Я обращаюсь к украинским военнослужащим. Мы не американцы и не несем вам демократию. Если она у вас есть, то мы ее не тронем. Украина остается украинской. В ближайшее время мы лишим власти режим, который продает вас иностранцам. Не тратьте свои жизни ради этой гнили. Сохраните их для своей страны и своих близких. Не трогайте нас, и мы вас не тронем. Хуже, чем нынешняя, у вас власти быть уже не может. Называя Россию врагом и зазывая сюда НАТО, они не оставили нам выбора. Мы не враги. Еще немного, и вы в этом убедитесь.